3500 метров туристической экзотики. В Москве прошла международная выставка для любителей отдыха на природе, охота, рыбалка, туризм. В большом выставочном зале разместилась экспозиция 14 регионов России и стран ближнего зарубежья. Ненецкий округ привез в Москву самые интересные туристические продукты. Для презентации округа делегация привезла настоящий чум. Девушки из Наринмара зазывали посетителей колоритными ненецкими паницами, рассказами об отдыхе в округе и раздаче тематических анкет. Ненецкий турцентр продвигает на рынке не только свой продукт, но и оказывает содействие индивидуальным предпринимателям. По словам участников выставки, посетителей у стенда Ненецкого округа на протяжении 4 дней было много. Многих очень интересовал Ненецкий автономный округ, хотя его многие путали с Ямало-Ненецким автономным округом и сразу говорили, о, это очень далеко, мы туда, мол, нам туда не доехать. А когда узнавали, что это всего в 2 часах от Москвы, 2,5 часах Москвы, то были довольно-таки заинтересованы, и многие желали приехать.